Почитай традиции. Стихотворение 53 из сборника 150 баллад о любви. Почитай традиции, не внимай амуниция. Почувствуй разницу в жизни многообразии, воплощай фантазии. Для цели достижения, идеи осуществления, необходимо терпение, внимательное зрение, проблем преодоления. Не будь равнодушен, неудачами подушен, потерями разрушен. Ты жизни нужен, судьба слепо не кружит. Есть ответы на все вопросы, заканчиваются все заносы, возрастают запросы, боль сидит за нозой. Помни свои слезы, пусть не исчезают грезы, не сдавайся жизни прозе. Жизнепостижение происходит в одно мгновение, включает все постепенное, показывает суть всех учений, раскрывается смысл всех явлений. Истина открывается, способности раскрываются, вера знанием укрепляется, надежды освобождаются, любовь проявляется.